Idle Campus. Хуяк! Аркан, Аркан. Мотопака. Что в портфеле у араба? Чел ты. Всем здарова, мужики! 117-й калаш поистине можно назвать любимцем публики. Кто из вас помнит, как он жестко раздавал в первых сезонах? И как вы вешали на него тактический прицел с красной точкой? Но знаете, на моем канале не было ни одного видео про 117-й. Сегодня я это исправлю. Вообще хотел записать полноценное видео, но когда подготавливал материал, сыграл просто восхитительную катку соло против сквадов. Предлагаю вам начать ее смотреть. Ну а сборочка, как обычно, будет в конце видосика. Приятного просмотра. Внимание, внимание! Рекламная интеграция. Activision заблокировали все способы оплаты, и ты просто не знаешь, как купить игровую валюту? Серега со своим магазином CP Donut решит все твои проблемы. Нужны CP? Пожалуйста. Нужна прокачка камуфляжей на твоем аккаунте? Пожалуйста. Серега со своей командой даже индийский аккаунт для тебя может создать. Переходи по ссылке в закрепе его телеграм-канал и не бойся тратить свой нал, потому что Ромчик плохого никогда не посоветую. Airdrop incoming. Arrive in 1 minute. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Очень несвойственная дистанция для 117-го, но за счет своей минимальной отдачи даже на таком расстоянии он неплох. Обязательно сразу добиваем первого братка, чтобы его ревенджер пропал. Дальше уже я решил сократить дистанцию и окунуть калаш в его привычную среду. Как видите, от бедра он очень даже неплох. Airdrop incoming.
airdrop has been delivered. Almost ready. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. 117-й великолепен на средней и ближней дистанции за счет своей скорострельности и точности стрельбы. С этого момента я не буду обрезать игру и хочу, чтобы вы посмотрели концовку полностью, но иногда я также буду появляться, чтобы пояснять свои решения. Watch out, K-9 unit incoming. Меня фокусил снайпер с омегой, плюс где-то сидел еще один снайпер. Ко всему этому я также получал настрелы с ШВ, поэтому решил чуть оттянуться и сыграть по сейвове. Да, и спину позакрыть тоже стоило. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. I'm hurt.
Занять зону и выбить чела с камня не получилось. Ревенджер снова меня победил, и мне пришлось отходить. Правда, сразу же образовалась новая проблема. Три противника заходили в зону, и я принял решение пропустить их вперед. Потому что если бы я сразу начал файтиться, они бы просто меня съели. Эта тактика принесла свои плоды, и я просто расстрелял их в спину, когда убедился, что мне ничего не угрожает. 117-й очень понравился. Великолепная штурмовая винтовка. Да, это не классическая ШВ, и стрелять с нее на даль не очень профитно, но при этом, как мы увидели по этой каточке, что-то она на дистанции да умеет. Калаш прекрасен на средний и ближний. Он мне напомнил 47-й на пятерках. К нему в пару можно спокойно брать снайпушку и уверенно себя чувствовать с этим сетапом. Также уже в следующем сезоне 117-й получит ап, и мы обязательно еще об этом поговорим в моих следующих видео. А пока забирай эту замечательную сборку, пробуй ее и пиши в комментариях свое мнение. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, прожимай жирный палец вверх, и мы обязательно с тобой скоро услышимся. Пока! Пока, мой дорогой друг.